Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Сегодня с аукциона получил две посылочки. Здесь телефон Nokia, здесь, если честно, мозги отшибло, не помню. Так как я заказываю всегда много разных интересных лотов. Этот попросил, чтобы мне отправили Укрпочта. Доставка Укрпочты очень удобная. Она обходится намного дешевле, чем новая почта. Посылочка стандарт по Украине стоит от 18 до 22 гривен. Вот она мне обошлась 22 гривны. Новой почте я за такую же заплатил 35. Если чуть больше была коробка, гривен 40. Ну, вот видите, один телефон в такой большой коробке. Так, взял его под восстановление. Сейчас увидите это чудо. Я не знаю, как можно было издеваться над телефоном. Ну, люди некоторые не берегут свои телефоны. Я его купил как донора. Хочу, у меня несколько есть таких телефонов. Хочу восстановить. Поэтому взял его заведомо в убитом состоянии. А я не могу, просто цирк на дроте. Смотрите, это тюнинг колхозный. Хопа! Вот это все покрашено бордовым лаком. Он, кстати, еще даже и работает. Насколько написал клиент, не знаю. Видите? Он даже включился. Я думал, здесь батарея угашенная. А нет, винты на месте. Такой колхозный тюнинг. Так. Exit. Давай, выпадай. Или клавиши вообще не работают. Красавелла. Красавелла. Ну да, нижними кнопками. А, тут кнопок нету, извините. Кнопки вот они. Так, моделька у нас называется 5000D-2, версия 0631 от 24.03.09. Прошивочка RM362. Так, ну, клавиатура вроде работает, при том, что я его брал под восстановление. Если помните, на Express Music здесь уже вынесены клавиши. На этом нету. По-моему, данный субъект без русского языка. Так. Давайте посмотрим. Имидж картиночки. Что у нас тут есть? О, Морозово. Вот такая веселая семья. Веселая семейка. Так, бэк. Бэк. Темы, графика, тоны. Давайте рингтоны. Кстати, микрофон, динамик даже классный. Ну, все работает, нормалюха. Язык, по-моему, нет русского. Прикольный телефончик. Теперь бы найти оригинальный на него классный корпус.
И можно запилить уже классный телефон. Так, ладно. Language. English from, да. Это чисто европейская прошивка. Кто-то им попользовался просто, ну и пришел телефон в негодность, или не знаю, почему его продали. Но это еще вот с этой крышки, это, конечно, жесть, ребята. Это такой жести я еще не видел нигде. Линза закрашена, это вообще, 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 вообще. Ладно, все нормалеха, телефон работает. Теперь давайте смотреть, что вот это за посылка. Если честно, сейчас буду скрывать аккуратно. Честно, я не помню. Опа. Опа. Зеленая ограда. Ха. Ну это не краска для волос. Это что-то кто-то мне прислал. Я даже не могу втыкнуть, что это, ребята. Хоть бы не бомба. А, все, здравствуй, Маша, я снеслась. Все, это мой поставщик второй, но первый раз я от него получаю такой коробочки. Каёбочки. Да, это мой второй поставщик. Это я у него заказал. Моделька называется 2330. Не помню для чего. Или ради дисплея. Я что-то заказал, по-моему, как донора. А, ребята, это вообще все, я понял. Это новый поставщик. В каком смысле новый? Я раньше от него не снимал видео. Да, я купил ради вот этой вот модели. Мне очень она понравилась. Смотрите, какая красавица. Это у нас Nokia модель 6630. Смотрите, какой красивый телефон. Такое именно что-то интересное, навороченное. Не знаю, мне нравится. По кайфу такие большие телефоны. Вот так одевается. Крышка держится. Этот у нас хлам. Тут, по-моему, все разбито, выбито. И этот тоже купил под восстановление или как донора. Так, что нам надо? Нам надо АКБ. Сейчас я нахожу АКБ. АКБ. Так, у этого, знаю, 100% разбит дисплей. Это я помню. Так. Модель называется 2220S. У меня где-то валяется от него дисплей. И моделька 3510i. Вот что с ней? А, у нее нету коннектора. Вот не помню, был у нее коннектор или нет. Ага, включить я ее не смогу. Для чего тогда я ее взял? Для чего-то взял. И вот этот телефончик. Сейчас мы будем, не переключайтесь, искать АКБ и продолжать. Ну что, взял я батарейку. Взял я аккумулятор. Ну что, давайте пробовать включать. 6630. Все в оригинальном корпусе. Прикольненький телефончик. Может, у кого-то возникло желание, если мне не реставрировать, можете, кто хочет, купить. Электронка будет внизу. Переходите, пишите на электронку. С правой стороны у нас кнопка. Включаем. Так, с этой стороны тоже какая-то кнопочка. Так, прикольненький телефон. Посмотрим сейчас, если он только включится. Ну, вроде загрузка пошла. Отлично.
Вот не помню. О, русский есть. Не надо нам никакие с тобой. Абидабубуби. Буби-муби-муби. Так, время у нас 8. Ой, юли-юли-юли. Нет. 18. 20. Окей. Сегодня 29.09.2018. Вау! Прикольненько. Так, не вижу антенки. Сейчас проверим, видит ли он ее. Все, появилась антенна. Так, пробуем позвонить. Выполняется запрос. На счету 000. Отлично. Теперь пробуем с него позвонить. Прикольно. Скажите, ребят, телефон. Кому нравится, ставьте лайки и пишите в комментариях. Так, громкость. Так, одежка чили. Как сделать громче, кто знает? Хорошо, так и сделаем. Ну что, ребята, хотите посмотреть лайфтаймер данного телефона? Давайте достаем свою волшебную бумажечку. 92 70 26 89. Делайте ставки, какой лайфтаймер на данном телефоне, и пока не нажал, быстро пишите. Ну что, поехали. Общее время 208 часов 51 минута. Так, ну что, камера работает, интересно, камера. Нет доступа к карте памяти, используйте память телефона. Окей, мы согласны использовать память телефона. Может, это фотография? Ну, давайте попробуем. Нет. Как сфоткать? Может, это? Нет. Так. Все было просто по центру курсором. Так, выйти назад. Так, что у него еще есть? Вот так, по-моему, заходит в менюшки. Это же у нас все как-никак смартфоны. Контакты, журналы, медиа. Так. Диктофон есть. Ух ты. Попробуем диктофон. Как громкость сделать, пацаны? Раз, два, три, четыре, пять. Проверяем микрофон. Раз, два, три, четыре, пять. Проверяем микрофон. Так, и теперь функции. Запись аудио. Прямо перейти в галерею. И будем сейчас слушать то, что я тут вам понакалякал. Так, не понял, что я не так делаю. Ладно, надо разобраться. Так, что у нас есть? Видеоплеер, видеоредактор, режиссер, слайд-шоу, камера, галерея. Так, выбрать. Картинки открыть. Так, это то, что я видеоклипы открыть. Музыка открыть. Ну, кто тебя просил? Не знаю, кто меня просил. Ну, кто тебя просил? Ну, кто-то ж просил. Так, дальше календарь есть, интернет, часы, средства. Средства голосовой команды, автоответчик, настройки, диспетчер. Давайте настройки попробуем. Телефон. Так, дисплей. Яркость 5 минут, заставка. Нормалёка. Давайте, наверное, попробуем режимы. И заодно просмотрим по-человечески громкость. Так.
Вот так мы сделаем. Окей. Да, максимальный тип звонка, текущая мелодия. Мы хотим новую. Господи. Ну все, ребята, мне нравится. Прикольненький телефончик. Так что, кто хочет такую цацку, пишите на электронку. Смотрите. Если его чуть-чуть помыть, будет довольно хороший телефон. 208 часов, не так уж и много наговорено. Проверю микрофон и отпишусь. Дальше. И теперь 22 этот. 2220. Слайдерок. Что у нас с ним? Ох, Люся. Ох, Люся, нам бы жить печали. Батарейку положила еще. Поезды, кажи, вон у Лизы. Уключаем. Хопа. Получив фашист-гранату. Видите, какая? Громкости запуска я не слышу. Ну, будем надеяться, что телефон рабочий. Если нет, внутренняя часть пойдет как донор. Этот постараюсь отснять, собрать. Ну, давайте посмотрим этот, включится ли он. Так, модель у нас называется 2330. Да, тут тоже коцанный дисплей. Брал я его под ремонт и вот замену корпуса. Ну, не знаю, будем проверять, работает он или нет. Так, ну вот такие телефончики сегодня я получил. Вот эти два вообще шикардосные. Этот с колхозным тюнингом, этот без никаких тюнингов. Ладно, ребятки, всем спасибо, кто остается со мной. Ждите реставрации вот этих трех телефонов. Запчасти, по-моему, на них у меня есть. И, пожалуйста, не пишите гадости. Если вы просите реставрации, если нету нормального подходящего корпуса, я не собираюсь просто бухты-барахты делать реставрацию ради видоса, потому что я потом эти телефоны продаю. Не нравится, пожалуйста, отписывайтесь от моего канала, не пишите мне гадости. Я и так стараюсь, как я снимаю видео, вам никто так не снимает. Иногда в день по 3 видео выпускаю. Все, ребята, всем спасибо, кто меня понимает. Пальчики вверх, остаемся на моем канале, репостим. Всем пока-пока. Ваш мистер Good Mobile. Пока-пока.